Я скажу так, что будет очень сложно, так как у Фенербахчи есть преимущество в том плане, что у них сезон в самом разгаре, вот, а у нас еще с декабря месяца не было ни одного официального матча. А товарищеские игры на сборах, это все равно это не сравнить с тем накалом и с той игрой, когда это официальный матч. Завтра сыграем в Стамбуле и 25-го ответно. Конечно, хотелось бы с хорошим настроением вернуться в Москву, но как будет, завтра игра покажет, кто выиграет, кто проиграет. Но мы настраиваемся на положительный результат.